Дракончик. Дыки-дыки, дракончик. Да, мы тебя видим. Ну. Я нашла пещеру. Точнее, даже не пещеру, а какую-то штольню. Правда, она недалеко идет. Ну, собственно, все. Ты серию высоко, далеко кто что-то полезет. А вот. Свет!
Это, между прочим, какая-то супер-мега-редкая местная примула, название которой я не помню. Насколько мне известно, она в местной красной книге. Надо будет посмотреть. Ущелье призраков. Ко всем этим хатам, кабинкам, я все время забываю, как это называется правильно, all those huts, alpine huts, mountain huts, cabins, anyway, I'm gonna go there some day later, not today, в общем, туда я когда-нибудь потом схожу, не сегодня, когда будет больше времени, зато я нашла, где ручей уходит в землю. And here the brook kind of ends because it just soaks inside into the soil. And further on it's dry. Здесь уже ручей дальше под землей протекает. Основное русло сухое. Я нашла посадочные модули инопланетян.
Не знаю, что за грибы, но выглядит прикольно.